Сегодня иду на экскурсию в магазин «Квартал», а именно в кулинарию, посмотреть, как выпекают пироги, выпечку, хлеб. Побываем на производстве и увидим, как все это делается. Николай Петрович, расскажите, чем ваша пекарня отличается от других? Мы отличаемся от других тем, что мы занимаемся производством хлебобулочных и мучнистых изделий, производим выпечку из натуральных ингредиентов. Мы не применяем в своем производстве ароматизаторы, рыхлители, улучшители, то, чем грешат сегодня практически многие торговые сети и производители. Столько большой ассортимент у вас? Мы производим до 70, порядка 70 наименований выпечки. Также делаем на заказ пироги с любой начинкой и в оригинальной форме по желанию заказчика. Выпечка делается целый день? Ну, то есть, да? Выпечка производится с 5 утра, кондитеры приходят в пекаря. И к открытию магазина уже свежая выпечка поступает. То есть утром можно прийти и взять уже свежую выпечку? В 7 утра вы можете прийти и взять чашку кофе и горячую выпечку. Ну а как по цене продукция ваша? По цене она такая же, как и везде, но качество здесь на порядок лучше. Я хотел бы донести до жителей Верхней Пышмы и тех новоселов, которые живут не так давно в нашем городе, посетить магазины «Квартал», попробовать нашу выпечку. У меня нет задачи пригласить сюда всю Пышму, но тех людей, кто следит за своим здоровьем, для кого важно качество продукта, я могу смело сказать, что наша выпечка очень достойна по качеству.